Сегодня день детского доктора. Да, детский доктор называется педиатр. Вот мы сегодня все будем поздравлять. В Развилковской амбулатории ведут прием 3 педиатра. Именно в их честь был подготовлен небольшой детский праздник. Его участники знают, походы на прием к доктору бояться не стоит. Так когда к врачу приходишь, страшно? Нет. А почему? Потому что врачи добрые, и они всем помогают. Врачи-педиатры, работающие в Развилковской амбулатории, действительно без помощи не оставят никого. Естественно, их профессиональные и личные качества оценивают прежде всего мамы детей. Их оценки однозначны. С сентября по апрель посещаем каждый месяц педиатров, потому что время такое, заболевают часто, период такой у нас начинается, и от педиатров, можно сказать, не вылазим. Они наши стали лучшие друзья. Я была у всех трех педиатров, и всех трех педиатров я могу отметить как хороших специалистов, специалистов своего дела, и каждый раз я знаю, что если у меня есть какой-то вопрос, я обязательно получу у него ответ. Наш педиатр, ее зовут Анна Викторовна, мы частенько к ней обращаемся, доктор очень грамотный, внимательный, добрая. Я считаю, такими должен быть педиатр. Упомянутая Анна Викторовна тоже приняла участие в празднике, но ненадолго. У кабинета уже собрались мамы с маленькими пациентами. Объем работы большой. В иные дни на прием записывается более 70 человек. Мне кажется, это самая лучшая профессия. Из детского сада хотела стать педиатром. Мама купила мне советский красный чемоданчик, в котором были все эти принадлежности медицинские. Поэтому выбор пал вот так, при том, что в семье у меня никого нет врачей. Подобные праздники призваны, в числе прочего, сформировать у ребенка отношение к лечебному заведению как к месту, которого не стоит опасаться и где ему всегда помогут. Педиатры наши очень грамотные, очень добрые, доброжелательные, профессионалы своего дела, очень любят детей. Я хочу поздравить всех педиатров Российской Федерации, включая своих любимых педиатров, с их профессиональным праздником. Завершился праздник, подготовленный сотрудниками Центра культуры поселка совхоза имени Ленина, раздачей сладких угощений. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.